И снова здравствуйте, с вами опять Рампал. И как и говорил, видео по Ладожскому озеру, это по сигам. Также форелька нет-нет, также ряпушка и рипус. Старая точка 95-27 между вторым и третьим буем, если считать от скалы. Это находится вот здесь, где вы видите, в принципе, по карте. Ловил я и на мах, и на ультралайт. Это не фармовая точка. Это для закрытия, если вам нужно закрыть именно ту рыбу, которая указана в видео. То есть сиква ламски проклевывается, вакусинский и лудога. Также ряпушка и рипус. Залетает форель озерная, можно попробовать воблеры. Воблеры не пробовал, не ловил. Еще раз повторюсь, если... Вы говорите, как мне уже было сегодня сказано, что точка не клюет. Простите, пожалуйста, но я не виноват, что клев нам изменили. Он теперь у всех разный. Я вам показываю, что на данных точках клюет у меня. Я не могу гарантировать, что у вас будет такой же клев, либо хуже, либо лучше. Я этого не знаю. Я делюсь с вами точками, где я ловлю. В общем, точка работает. Сборка на ультралайт у меня вот такая. Использовал я... Nasty Worm 1, 4, 8 и 5. Это вы видите на экране, увидели в принципе. И на мах глубина у меня получается 2,7 метра и 3 метра. На 2,7 метра лучше идет лудога вместе с валамским. На 3-метровой ряпушка больше проклевывает с рипусом и вакусинский. Рекорды, кстати, вы видите, отображаются. Я взял 6 рекордов, пока ловил здесь сига. Возможно, у вас будут трофейные, у меня лудога был недотров. Валамский был маленький, к сожалению, хотя он мне очень нужен. Я его тоже хочу закрыть. В принципе, я считаю, что для такой рыбы, как сиги, очень рипус. Я очень долго за ним гонялся, за сигами за многими гонялся. Очень неплохо, я считаю, что здесь поклевывает то, что в час где-то порядка 30 хвостов можно выловить. И да, это не по фарму, это для закрытия, еще раз повторюсь. Дальше вы увидите отрывки и небольшая нарезка. И надеюсь, у вас получится что-то закрыть. Если вы поймаете трофея, заходите на это видео, в комментариях пишите, что вы поймали на точке трофея. И я вам буду благодарен, мне это интересно, как отстрелялась точечка и как у вас получилось на ней половить. Так вот... Продолжим завтра уже, получается. С утра ждите по густере, по острогу. Кому интересно, вы можете посмотреть на стриме вчерашнем, который у нас был, где густеру ловили и как ловили, кому интересно. А так, видео ждите завтра с утра. Я обязательно его выпущу до 12 часов. Вот вы видите, в принципе, сейчас и поклевку. Сейчас увидите поклевку и на ультралайт. Специально делал вперемешку, чтобы видели, что я и на то. Было два захода у меня. Каждый раз 30-34 хвоста у меня получилось по вылову. И, опять же, считаю, что это очень даже неплохо. Следующее, что еще хотел сказать. Буду также стараться и на тунгуске, если буду попадать, чтобы комбинировать с места и ультралайт, и маховое удилище. Потому что это бывает вполне даже адекватно и интересно так половить. Возможно, в дальнейшем так и получится. Также у нас еще здесь палю я пытался ловить, но больше заходит у нас судак. Палю ловят на 4,5 метра и получается выше, ближе к базе туда. Там она больше заскакивает. Еще получается щука... Она находится у нас на 3-метровой, 3 метра и 6 метров. То есть вот у этих камышей, которые там есть между 3-метровой заводью и 6-метровой ямой. Там вы можете половить щуку, если вам интересно. В рекордах есть полностью в рекордах есть все джерки, воблеры и все остальное, на которые сейчас ловится. Попробуйте, возможно, вам тоже зайдет по Ладоге. Если будет что-то у меня... Для того, чтобы показать вам для фарма по Ладоге, я обязательно это сделаю. Ту же самую палю, ту же самую щуку, налима. И обязательно у нас будет в воскресенье охота за редкими видами. То есть Ладога — это у нас осетр балтийский. Мы за ним обязательно придем. Вам большое спасибо за внимание. Вам всего хорошего, трофеев побольше. Не забывайте про комментарии под видео. Пока-пока.